Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема – тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 18 июня ночью и днем ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 23-25 градусов тепла. 19 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 17, плюс 22 градуса. 20 июня местами ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. При грозах порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 20-25 градусов выше нуля. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива». Надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер – автосалон «Авто-1». Магазин «Строймастер» предлагает широкий выбор отделочных и строительных материалов от проверенных производителей. Сантехника, светильники, ковры, краски, кафель, обои, строительные смеси, напольные покрытия и многое другое. Максимум идей, минимум затрат. «Строймастер». Наш адрес. Город Бердск, промышленный переулок, 2А. Весь июнь скидка 30% на солнцезащитные очки в салоне зрения в Бердске. Производственно-медицинский центр зрения. Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности, проверка зрения, консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по низким ценам. Ждем вас. Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36, а также салоны оптики в Новосибирске.